Время выбирать подарки? Выбирай лучшее. Дрема – тепло и уют дома. Пушистые махровые полотенца, пижамы, пеньюары, халаты из нежнейшего хлопка, мягчайшие теплые пледы, одеяла и подушки. Угоди с подарком. Магазин «Дрема». Город Бердск, улица Ленина, 13А. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 26 марта ночью и днем ожидается небольшая облачность без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 12, минус 14, днем плюс 5, плюс 7 градусов. 27 марта ожидается небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5, днем 3-8 градусов выше нуля. 28 марта ожидается погода без осадков, ветер западный 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7, местами до минус 12, днем 3-8 градуса выше нуля. Автомобили «Лада» и «Шевроле Нива» – надежность и проходимость даже в сибирском климате. Официальный дилер – автосалон «Авто-1». Выгода до 112 тысяч рублей. Официальный дилер «Лада» и «Шевроле Нива». Автосалон «Авто-1». Академгородок, улица Русская, 48. Звоните 304-80-50. 304-80-50. Когда есть цель, но путь к ней долог и сложен, есть простое решение. В КПК «Зенит» сбережения по 13,95% годовых. У нас все просто работает. Производственно-медицинский центр «Зрение». Мы заботимся о вас уже 50 лет. Изготовление и ремонт очков любой сложности. Проверка зрения. Консультация врача-офтальмолога. Пожалуй, самый большой выбор очков по суперценам. Ждем вас. Город Бердск, улица Ленина, 33, и город Искитим, улица Пушкина, 36, а также салоны оптики в Новосибирске. Весь март – распродажа солнцезащитных очков.